Боже всем помощи, Боже благословение. Настроение у нас предновогоднее. Уходит такой достаточно трудный год, необычный, который запомнится многим вот, на всю оставшуюся жизнь. Мне точно уж запомнится. Потому что в этот год мне пришлось для самого себя принимать очень немало важных решений относительно своей личности, относительно своего служения как священника. Вот, смотрю, все подсоединяются. Спасибо, что вы в эфире тоже. Очень рад вас видеть. Вот Лена. Я видел, что Лариса присоединилась. Но пока, может быть, пока все подсоединяются, я хотел бы сегодня необычно начать свое выступление с поздравления. Вот такой тоже будет формат у нас, может быть, такие моменты в нашем формате. Сегодня у Михаила Седлецкого день рождения. Вы, наверное, его не знаете, конечно, но есть такая в Оренбургской области деревенька Кваркина. Вот, там батюшка Владимир служит в храме. И там живет семейство Седлецких. Вот, если сейчас Михаил и его жена Лариса и сын их Андрюша, они сейчас там находятся. Может, кто-то знает. Может, кто-то из Оренбурга тоже здесь есть. Может, кто-то знает их. Это селение Кваркина. Я сейчас вот в честь дня рождения Михаила хочу исполнить эту песню. А песня родилась как раз вот в эти трудные дни, когда мне тоже надо было принимать решение, и что делать, и как и каждому человеку. И вот Михаил у нас, он такой мужественный, умеет принимать решения, умеет по-мужски вот относиться к происходящим событиям. И для него эта песня. Она называется «Мой друг бессонница». Мой друг бессонница, скажи, неужто клонится к закату весь этот мир и эта жизнь,
что проходили мы когда-то там на последнем этаже, а может быть на третьем небе живут готовые уже и не заботятся о хлебе. Куда нам немощным до них? Мы здесь внизу пустыню пашем. Ну как оставить нам одних больных и странных братьев наших? Бессонница, скажи, неужто клонится к закату весь этот мир и этажи, что проходили мы когда-то? Такая песня. Миша, еще раз поздравляю тебя с днем рождения. Вот, и спасибо твоим родителям, вот, за то, что вырастили такого сына. Да, кто-то пишет, чувствуется роковое начало. Да, я действительно в прошлом рок-музыкант, ленинградский рок-клуб. И оттуда из рок-клуба вышло достаточно много священников, как я скажу. Как я уже наблюдал, и с некоторыми из них я продолжаю даже общаться. Спасибо за молитвы. Да, я вот стараюсь сейчас... Сейчас такой у меня период жизни, пришла пора молиться. Ну, я и так молился, но сейчас просто меня просят очень многие, и не могу отказать. Вот. О, Мишу с днем рождения даже пишет. А, да. Молюсь, вот насколько могу, не знаю. Что я немощный могу? Господь же все в Божьих руках. Вот. Что такое священник? Ну, словечком можно замолвить. Хоть немного. Вздох какой-нибудь. Вздохнуть о человеке. Вот. И каждый раз, вот, когда читаю записки или просьбы какие-то, у меня душа откликается. Вот. Ну, наверное, так и должно быть у священника. Вот. Но Господь дает силы. Дает силы. Сегодня... Тоже о многом хотелось бы поговорить. Не знаю, хватит ли времени или батарейки на этом телефоне, в который я говорю. Поговорить. Ну, я, во-первых, думал, какой бы рассказ вот рассказать вам. И решил я вас напугать. Напугать иногда, знаете, вот раньше в русских семьях, для того, чтобы уложить детей спать, им читали страшные сказки. Но сейчас почему-то все смотрят ужастики или еще что-то, какую-то ерунду, населяют воображение детей не теми образами. Вот. А у меня история, она ужасная, и в то же время в ней есть, ну, поучительные моменты относительно нашей веры, моей собственной истории. Я уже говорил, наверное, что я... попал в монастырь Антоний Васийский, когда мне врачи сказали, что мне осталось жить недолго. Вот, меня Юрий Юлианович Шевчук, мой друг, группа ДДТ, он меня отправил в монастырь. Вот принял такое мудрое решение. До этого я не знал, что такое монастырь, что такое монахи, как они молятся. Это настолько далек был. И вот меня погрузили в поезд лежачего, привезли в монастырь, соборовали, положили меня в келью с видом на храм и на озеро, на игуменский корпус. Такая угловая, я помню, угловая кровать такая была. Вот. И я там учился молиться.
мне монахи сказали, когда меня соборовали, что вот если через 3 дня ты не помрешь, то есть шанс, что ты будешь жить. И действительно, в эти 3 дня я умирал. Были такие моменты, когда у меня останавливалось дыхание. Вот, я падал на колени, плакал перед образами, там в келье. Я жил один в келье, никого не было. И мне некого было стесняться. Да тем более, когда ты умираешь, какое стеснение. Я падал перед образами и просил Боженьку, чтобы он хотя бы минуточку к моей жизни прибавил. Я говорил, Господи, я молодой. Вы знаете, в монастыре меня посетило чувство покаяния. Я понял, что я жил неправильно. Я понял, что я очень многих обижал людей. Обижал и незаслуженно. И там вот у меня в монастыре все вот это прямо на меня, вот это, такие предсмертные часы накидывалось на меня и мучило. Совесть. Вот, и однажды, и знаете, что такое интересное, тоже действительно, как и в этих, как и говорят в народе, в сказках каких-то там, не знаю, рассказах, как только кричал петух на другой стороне озера, все эти вот наваждения, вот нападения на меня заканчивались, и я засыпал, полностью разбитый, совершенно бессиленный. И вот в одну ночь, пожалуй, на третью ночь уже, когда решалась, можно сказать, моя судьба, как я понял, у меня опять остановилось дыхание, и я стоял на коленях, плакал, вот, пытался дышать, потому что я не знал, потому что вот мы сейчас, вы знаете, нам очень хорошо, мы же дышим себе, и даже не знаем, ну, какие процессы у нас происходят. Кто запускает это дыхание? Как это все происходит? А если у вас дыхание становится, и вы не сможете дышать, что вы будете делать? 4 минуты, и все. Вот для нас, вот убери у нас воздух, и все, и мы уже мертвы. Так же, как вот, Божья благодать, наверное, точно так же. Мы не замечаем. Так же, как забота матери. Вот так же, как любовь. Вот убери у нас, и мы не сможем ходить, мы не сможем, ничего не сможем. Вот. И вот такой момент. А у нас в монастыре жил... Там монастырь, знаете, когда отдали монастыри... православной церкви, обратно. И приехали первые монахи, это не только в нашем Антоний-Всийском монастыре, это везде было. Приезжали монахи и начали подвязаться. И очень много приходило людей разных, пришлых. Кто-то зону закончил, кто выпустили из зоны, идти некуда. Потому что жена замуж вышла, дети выросли, жилья уже нет, куда человеку идти? Он идет в монастырь, потому что там более-менее порядок, кормят, одевают, обувают и дают койку еще. А люди же привыкли к такому образу жизни. Вот. И... И что? И что там было? И я, значит, и в нашем, вот, и в этот день дежурил один человек из Архангельска, Василий, вот, но он выпивал, а в его обязанность входило, обходить монастырь и смотреть, где свет включен, какие-то порядки там, что-то там проверить, не загорелось ли что-нибудь. В общем, все проверить, замки или все закрыты. И вот я молюсь, и вдруг я слышу такой, значит, топот в коридоре, а дом деревянный, такой пум-пум-пум, к моей двери приближается. А мне и так страшно, я умираю. А еще сзади такой топот. Для меня это превратилось в какую-то мистику. Вдруг открывается со скрипом дверь,
пьяный Василий с такими безумными глазами. И я стою весь, у меня холодный пот течет, слезы. И он мне говорит: ну что, Бог есть? У меня все внутри похолодело. Это все какое-то нечеловеческое такое. И я кричу: есть! И этот Василий, что из силы, хлопает дверью. Также иконы упали даже. Вот. Чуть ли не стекла треснули на окнах. Вот. И с диким хохотом выбегает из этого, со второго этажа этого здания, келейного корпуса. Вот. И тут у меня это... Тут я, как раз я и ожил. И мне сказали, что в монастыре есть мощи преподобного Антония, и что если к ним приложиться, то можно исцелиться. Но я буквально ползком добрался до этих мощей, молился, было неземное благоухание, и я получил исцеление по молитвам преподобного Антония Сийского. Это неподалеку от Холмогор в Архангельской области. Поехал умирать, а исцелился. Вот как у меня получилось. Потом я вернулся в Петербург, взял благословение на открытие подворья и строительство храма Антония Сийского. Так что вы можете тоже увидеть этот храм на улице Ольги Форш в Петербурге. Ну а сейчас я настоятель храма Василия Великого в Осиновой роще. Это еще одно детище, которое выросло из трансформаторной будки уже. Если меня Господь посылает какие-то такие места, вот. Ну, пока справляемся. Слава Богу, здоровье Господь дает. Судьба Василия, я могу узнать, конечно. Но он, по-моему, умер и похоронен там, на кладбище. Он был человеком искусства, насколько я помню. То ли художником. Вот, потому что и художники прибывались к монастырям. Ну, а некоторые становились иконописцами. Бросали пить и подвязались, монахами становились. То, что люди творческие, они как-то, ну, не знаю, более близко, более чутко, ну, как принимают Бога. И реагируют, и делают такие решения. Вот, Маргарита, спаси Господи. Вот как здорово, что существует Инстаграм. Я вижу ленту, вижу знакомые имена, вот, и мне сердце радуется. Вижу разные страны, города, мелькают прям, сердца летят прям по всему экрану. Так здорово. И хочу вам спеть песню, которая называется... Ну, конечно же, нам сейчас не хватает любви больше всего. Об этом, ну, практически все мои песни об этом. Мне самому не хватает. Я об этом говорю, и в людях это тоже отзывается. И я стараюсь. Если нет любви, делай дела любви. Очень мало в себе нахожу любви. Вот. Но, наверное, на исповеди прежде всего надо говорить, что у меня нет любви. Ни к Богу, ни к людям. Но с Божьей помощью я постараюсь. Прости меня, Господи, что нет во мне любви. Ни на йоту. Но с Божьей помощью я постараюсь любить. Я буду стараться. И вот, размышляя об этом, я написал песню «Все покрывай любовью» называется. Все покрывай любовью, живи, побеждая смерть. Евангелие у изголовья, твоя неземная твердь. Пусть рядом скулят Иуды, Пилаты твои грустят. На кухне гора посуды, но ты ведь еще в гостях. Oh.
здесь на земле не вечен, а вечность еще впереди. В обличии человечьем и с верой святой в груди покроется все любовью, утихнет жестокий бой. Останься самим собою и плачь над самим собой. Все покрывай любовью, все покрывай любовью, все покрывай любовью и плачь над самим собой. Все покрывай любовью и плачь над самим собой. Вот все то же самое я и пытаюсь сейчас делать. С любовью туго и с плачем тоже туго. И чувствуешь, что душа плачет, а заплакать не можешь. И чувствуешь, что ты грешен, и что не справляешься с грехами, и что грех тебя одолевает, и что ты закрываешь глаза и все равно грешишь. Вот. Потом приходит покаяние, и тошно становится от самого себя. Вот. И что делать? Даешь всякие слова. А наступают опять и плоть требует, и помыслы, и все внутри какое-то вот отображение. Видимо, на глубине сердца еще осадок, еще нераскаянность какая-то. Еще все есть. Какие-то грехи, которые там давят, жгут, они там существуют. Грех очень похож на опухоль. Вот. И он дает метастазы. Да, метастазы. Очень похож на опухоль, грех. Потихонечку он захватывает весь организм. Вот как, знаете, есть такое сравнение, что грех – это песчинка. Она попадает в сердце. Одна песчинка, вторая, третья. Если ты сердце не вычищаешь, то этот песок забивает все сердце потихоньку, по одной песчинке. А потом сердце каменеет в какой-то момент. Вот это и есть гордыня, да? Каменная гордыня, когда сердце каменеет. И что? И что ты можешь сделать? Да, что человек может сделать? Бить себя молотком в грудь? А он думает так вот, как в Евангелии, как мытарь бил себя в грудь и взывал со слезами: «Боже, милости будь мне грешным». Только с Божьей помощью можно избавиться от этого каменного своего собственного сердца. А еще много сейчас мне приходят писем, значит, но они очень похожи друг на друга, очень трудно с ближними своими. Очень трудно. И как их терпеть, как их переносить? Муж унижает жену. Один год, два, три, и уже доходит просто до безобразия. Вот. И все ему не угодить, и все под его контролем, и все грубо, и при детях унижает, оскорбляет. Как себя вести, спрашивают? Как терпеть? Вот, и дети на его стороне. Что делать? Я говорю, надо молиться. Это вам любой священник скажет. Молиться. И если муж стал врагом вашим, надо его полюбить. Надо понять, почему это в нем происходит. Во-первых, еще надо подумать, не виноваты ли вы сами в его таком состоянии. Может, вы сами себя не видите. Вот. Он же чем-то недоволен. Вот. А во-вторых, надо за него молиться и буквально на коленях, да, со слезами закрыться в своей комнате, чтобы никто не видел, и на коленях со слезами молиться, вымаливать его Бога. Есть такая икона умягчения злых сердец Божьей Матери.
есть акафист ей. Читать акафист. Молитву из этого акафиста. Что делать? Ну, а с другой стороны, перенесение скорбей, терпеливое перенесение скорбей, благодушное перенесение скорбей, это вот это венец такой. Можно достигнуть Царства Небесного перенесением скорбей и терпением от своего мужа. Да? А что? Если мы благодушно будем терпеть. Потому что, когда мы смиряемся, когда мы сами себя смиряем, свою гордыню, когда мы перестаем жаловаться, ныть, перестаем унывать, тогда начинает действовать Господь. Когда мы себя смиряем до зела. И говорим: Господи, я все сделала, я больше не могу. Действуй теперь ты сам. Помоги, Господь. Вот доведенное до отчаяния, молитва доведенного до отчаяния человека, который уже понимает, что это сверх его сил, все, что происходит, тогда вступает в эту историю, входит Господь. А Господь – это тишина, мир. Вот. Но в то же время Господь может жезлом железным посетить человека. У меня столько примеров. Вот. Прям хоть книгу пиши. Но пока еще вот эти... Я и знаю этих людей, имена... Но они могут обидеться на меня. Вот. Но это не тайные исповеди, а реальные вещи. Хочется рассказать, но не буду. Вот какие происходят, вот именно в той случае, когда муж гнобит жену, гнобит. И потом, когда у него, его посещает Господь, вот тогда и приходит время милосердия. И сердце его мягчает. Да, вот все пишут и признаются. Признаются в отсутствии любви. Да. Знаете, почему мы сходим с ума и умираем от инфарктов, инсультов? Потому что мы не перекладываем на Господа свои печали. Возложил на Господи печали свои. Надо все-таки уметь переложить на Бога. Когда... Вот, и мы начинаем переживать все, и сердце у нас не выдерживает, и психика не выдерживает. Потому что мы не умеем перекладывать на Бога. А Он нас просит: придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Так же Господь говорит. То есть мы можем успокоиться в Боге. 100%. 100%. Все покрываю любовью. И, ну, на фоне этого разговора, вот женщина пишет: я все прощала, и жизнь изменялась. Она потихонечку изменяется. Сначала тебя считают тряпкой и пользуются тобой, а потом до человека доходит. А, кстати, бывает и доходит, когда тебя уже нет. Вот, допустим, до меня очень много дошло, когда уже ни матери, ни отца, как они меня терпели. Вот. А я считал, что так и надо, и пользовался этим. А потом-то, когда их не стало, и когда до меня дошло, это был такой ужас, я уже и прощения-то не могу ни у кого попросить. Вот, в общем, только помолиться могу. Вот, трудно прощать, да, трудно прощать. Молодцы. Вот женщины, да, дай Бог им терпение. Но бывает, у меня бывают случаи, когда мужчины терпят.
Притом так, такое терпит. Ради детей. Склони колени перед Богом, поплачь, заблудшая душа, и поскорби перед порогом, и поразмысли не спеша о том, куда ушли все силы, на что потратил жизнь свою, куда меня мечта носила, в каком краю теперь пою. Внутри безводная пустыня, и холод сердца леденит, и не смиряется гордыня. Внутри отчаяние гранит. Когда ты был маленьким мальчиком и вставал утром от тихого счастья, я любил всех, и все любили меня. Так что же теперь стало со мной? Почему так грустно, одиноко и страшно? Господи, почему? Склони колени перед Богом, иначе жизнь твоя беда. С каким придешь к Нему итогом, чем оправдаешься тогда? Верую, Господи, помоги моему неверию. Верую, Господи, Господь мой и Бог мой. Верую, Господи. Верую. Спасибо большое. Каждый раз, когда я исполняю песни свои, каждый раз у меня какие-то новые ощущения. Вот. Но посыл один и тот же. Что пока мы гордые ходим на своих двоих, вот, пока мы не склоним колени перед Создателем, вот, у нас все так и будет. Все нам по гордости, вот все наши проблемы. И что потом мы все спрашиваем, а почему у меня, за что мне? Да за твою гордыню. Вот. Да, очень трудно, конечно, жить счастливо, когда... Очень трудно жить счастливо, когда... Когда... Ты столько наградил на своем жизненном пути. Вот. Это до конца жизни каяться нужно, да. Смотрели фильм «Остров», да? Как там Петр Мамонов играет отца Анатолия, вот, который
немцы, которые заставили стрелять в своего, ну, друга, можно так сказать. И он у него стрельнул, тут упал за борт. И потом он стал монахом, не ушел с того места. Там на этом месте построили монастырь. Он стал монахом и всю жизнь молился. И как там в этом фильме звучал 50-й псалом. Вот, прям мурашки по коже бежали. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие. Я, кстати, спою сейчас песню, где я вот использую тоже этот 50-й псалом, немножко кусочек псалма. Он называется «Я видел жизнь». Я иногда буду повторять свои песни. Вот. Ну, может, кто-то их не слышал. А во-вторых, они вот в контексте передачи как-то входят. Эфир я сохраню, если батарейки хватит или не выключат свет. Не будет конца света в местном масштабе. Я видел жизнь, и раны, и лохмотья, и пыль дорог, и пепел прошлых лет, и позолоту зла, и жабу на болоте былых страстей. Теперь мне нужен свет. Проснуться утром новым, светлым, чистым и полететь над этой кутерьмой, не голосом певучим, серебристым наполнить возвращение домой. По множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Ну и почам имя беззаконие мое, год греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть вы. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих. Яко добровисшего свою всех Твоих, и победишь, и не даст мне идти. Я видел жизнь и славу, и забвение, предательство друзей и доброту врагов, и радость бытия, и мрак грехопадения. Я видел жизнь, теперь нужна любовь. Весенний ветер мне напомнит детство, и лес, и речку, и простор полей, и радостно в груди забьется сердце. А если любишь, сердце не жалей, не жалей. Не жалею.
шалей. Не жалей. Отчего тяжело на душе, на сердце? А мне кажется, от того, что мы живем для себя. И все время ковыряемся в самих себе. И смотрим, если бы мы жили для других, или вообще для чего-то, для какой-то идеи, но которая, конечно, связана была бы с Богом, с возвышенным, то мы бы забывали, и не было бы у нас никакой тяжести. Нам некогда было бы вот этой тяжестью страдать. А это от самокопания. Да, и кто-то там уже пишет, что от грехов. И от грехов тоже. От нераскаянных грехов, которые так вот накапливаются, как муть в сердце и в душе. Про фон я не могу ничего рассказать, я не был на фоне. Вот. Меня приглашали в свое время. Но я считал, что я не готов. Вот. Ну, не готов ни в Иерусалим, ни на фон. И мне постоянно такое... Ну, получается так, что я все время чем-то занят здесь. Что-то строю, или выступаю, или пишу, или чем-то исповедую, беседую. Я постоянно в какой-то работе нахожусь. Вот, и мне некогда, получается, съездить никуда. Вот. Иногда на концерты такие, но недалеко. Я болею, а муж крепок и здоров. Как мне быть? Ну, когда люди любят друг друга, у них, может быть, так и вопросы даже такого не возникает. Потому что муж понимает ситуацию, и вы понимаете ситуацию, и он готов, ну, это все терпеть, и любовь покрывает все. Все покрывая любовью. Вот. И вот эти отношения, они покрывают все. Вот недавно вспоминал интересный факт. Женщина 4-й стадии рака. И они меня вызывают, говорят, батюшка, нет, а вы не можете нас венчать, женщина, она лежачая. Приходит муж и говорит, вы не можете, батюшка, нас венчать? Я говорю, ну, я могу, конечно, а на дому, потому что у меня женщина, ну, моя жена болеет. Она не может прийти. Я говорю, конечно, приду к вам. Я прихожу к ним, вот. Прихожу, и, знаете, у меня такой вопрос был, я такой был еще, ну, священник такой, можно сказать, молодой. Я спрашиваю, а зачем вам венчаться, вы же скоро умрете? Прямо вот так вот задал ей такой вопрос. Говорю, какой смысл? А они такие, говорят мне, а мы боимся, чтобы наши души потерялись после смерти. Он говорит, у меня жена раньше уйдет, вот, а я позже. А как мы потом встретимся, если мы не венчаемся? Если мы венчаемся, значит, мы объединимся в одно и целое. И мы в вечности встретимся, чтобы мы не потерялись в вечности. Меня этот вопрос настолько поразил. И там такой был уход за этой женщиной. Все окружено любовью. У нее не то, что там запах каких-то болезней. Там цветы у нее свежие постоянно стояли вот у ее тумбочки. Вот, вот как бывает. Дай Бог, и чтобы у вас так было. Ну, я имею в виду, если кто-то из вас болеет. Потому что болезнь – это очень сложное испытание. Не только для самого человека, но и для окружающих. Мы сразу становимся созависимыми от больного человека. Если больной человек ведет себя эгоистично, то... А был такой случай, значит, бабушка... Внучка приходит ко мне, бабушка надо причастить. Я, говорю, специально из Финляндии приехала причастить свою бабушку. Ну, я пришел, я зашел в комнату к бабушке, меня чуть не стошнило. Лежит женщина, у нее шейка бедра, значит, сломана, и она вся сгнила. Вот женщина,
это, и она, значит, мне говорит: «Батюшка, благословите меня, я повешусь». Я говорю: «Как это возможно?» Я говорю: «Вас причастить пришел, наоборот, призвать к покаянию, к Богу». Он говорит: «Просто жить невозможно. Сын, значит, живет с ней. Двухкомнатная квартира. Сын уходит на работу, открывает дверь и спрашивает: „Ты еще не сдохла?“» Спрашивает у нее. „Стакан воды не подаст“». Вот. И, значит, видя, что она еще живая, шевелится, он хлопает дверью и уходит на работу. Вечером приходит, открывает дверь: „Ты еще не сдохла?“ Своей матери родной. И вот только внучке пришлось приехать из Финляндии, чтобы как-то там, в общем, ее причастить. И она находится в отчаянии. Представляете? Как воспринять смерть младенца 2 годика? А я вам не рассказывал историю про Даньку. Не знаю, может, родители услышат, не услышат. Я тоже был молодым священником, и ко мне приходит пара такая, и говорят: „Батюшка, нам сказали врачи, что у нас рождается сын с повреждением, что у нас генетическая несовместимость, какой-то ген, и он уродом родится. Что делать?“ Я говорю: „Ну, надо рожать“, говорю. Это я на себя беру, представляете, как ответственность. Это, то есть, я получаю, что я обрекаю людей представляете, какой священник должен брать на себя какую ответственность? Обрекаю людей на пожизненное, ну, уход за инвалидом, и жизнь вся вот такая вокруг него. Вот. Стали мы рассуждать. Я говорю: „Посмотрите, вы любите друг друга?“ „Да, мы любим Александра и Александра“. Я говорю: „А и вам Господь дает такого ребенка? Ну как вы его убьете? Если что Господь дает, то надо принимать“. Я их убедил. И вот рождается Данька. Мальчик, старичок. Он сморщенный весь. Какой-то вот такой, знаете, уже родился старичок со сморщенной кожей. Но у него такие добрые глаза. Он такой вообще просто вот ангел. Вот настоящий ангел. Вот. И они его так полюбили. Они возили его везде. И средства собирали. И в Испанию возили. Делали операции. Но он... И так его любили. Они приходили в храм. Причащали его регулярно. И он умер. Где-то года 4 или 5 он прожил. Вот. И он умер, этот мальчик. Они очень плакали. Вот. А потом приходит и говорит: „Батюшка, значит, мы на одном монастыре, и нам монахиня сказала: „А что вы плачете? Он вам в рай двери отворит, ваш Данька“. Вот. И с них как камень просто свалился, какой-то камень, что их Данька встретит там. Вот мы же живем вечной жизнью, да? И Данька их встретит там, открыв царские, нет, не царские, а встретит у врат рая их, сияющий, потому что для Бога это неважно, какой ты там, кривой, косой, сухой, любой, а важно душа твоя. А душа у него была ангельская, значит, он ангел, да? Он даже не мог нагрешить за эти годы ничего. Тем более он был, ну, такой вот, ну, в таком состоянии психофизическом. И знаете, потом у них пошли дети один за другим, дети нормальные, и Господь им всю эту генетическую эту. Я думаю, что Господь им просто, ну, просто все это отключил, всю эту физиологию, и за их терпение, за их любовь он им подарил здоровых детей. Вот. И если Господь забирает, ну, ребенка в маленьком возрасте, то значит ангел. Это очень тяжело, конечно. Это невозможно. Вот у меня мать, вот меня родили, чтобы заменить мною брата, который умер передо мной. Его звали Юрий. Я за него молюсь. Младенец Юрий. Ему 3,5 года. Он простыл и умер. Вот. Ну, так родители приняли решение. Ну, это был Советский Союз. Конечно, они партийные родители были. Но хочу сказать, что
Мать моя на сердечной стороне до конца своей жизни не могла спать. Насколько она переживала, ну, сердце у нее болело всю жизнь за этого ребенка, который она потеряла. Ну, ее простудили. Ну, никто виноват не был, конечно. Он простыл ребенок. Ну, а мама, наверное, подумала, что это она виновата. Вот, никогда никому ничего не говорила, а сердце у нее болело всю жизнь. Вот. Такие вот у нас предновогодние рассказы. Сколько там времени, скажите, пожалуйста. Посмотрю, есть ли у меня там зарядка. Вот еще 28% у меня осталось. Значит, еще можно о чем-нибудь поговорить. Я хочу еще, может быть, перевести каналы на YouTube или там публиковать вот эти записи, то, что сейчас передач вот этих на YouTube. Потому что меня уже начали просить, батюшка, можно на YouTube? У моей подруги четвертая стадия онкологии. Муж и сын все делают для нее. Но и она старается для них. Смеется, говорит, как я могу умереть, если они без меня даже носков не найдут. Поэтому буду жить. Видите, какой подход. А мне мой внук, когда был маленький, Егорка, и говорит, дедушка, а рай есть? Я говорю, есть. А там, говорит, еда бесплатна? Я говорю, бесплатно. И говорит, там всегда тепло? Я говорю, все тепло. Да. А работать там надо? Я говорю, нет, не надо. А учиться? И учиться, говорю, не надо. Дедушка, давай сразу умрем. Зачем мы будем мучиться? Внук говорит, чем мы здесь будем мучиться, давай сразу умрем. Вот так, представляете, какое отношение у ребенка, да, и как это можно совсем по-другому на все посмотреть. Что сделать с проклятием матери? Только прощением ее. Вот. И молитвой за нее. Усиленно молитвой за нее. Конечно, проклятие матери – это сильная штука, но знаете, что еще хочу сказать? Что бывает, ну, любящее сердце проклинает, просто доведенное до какого-то своего собственного отчаяния. На самом деле она ничего, никакого проклятия не имела в виду, просто сорвалась с ее языка. И на самом деле это не проклятие, а просто колебание воздуха, которое тут же через минуту она покаялась и вот… Но если что-то делает кто-то в злобном состоянии и постоянно, вот этот вот от этого, да, вот этот посыл, и если вы не исповедуетесь, не причащаетесь, это очень важно. Человек должен причащаться и исповедовать свое, ну, тоже свое отношение. Вот просить прощения у Бога. Ну, допустим, мать прокляла. Ну, а за что-то она прокляла, да? Или она сама придумала что-то? Вот, значит, какое-то было поведение неправильно. Незаслуженное проклятие не сбудется, написано так. Угу. Да, незаслуженное проклятие не сбывается. Вот, поэтому вот подсказывает мне Сергей. Прощение просто попросить. Да. Незаслуженное. Да. А вот взять и у нее попросить прощения. Сказать, мам, прости меня за то, что ты меня пропила. Вот так вот. И что будет с мамой, не знаю. Какие там взаимоотношения? Может, там все уже настолько переломано. А может быть, мать сама там переживает. То есть надо рассматривать. Надо всегда рассматривать индивидуально, каждый случай. Но для этого не обязательно обращаться к психологам. Как сейчас это многие делают. И люди зарабатывают на человеческом горе. И на человеческих недоразумениях. Когда Господь может разрешить все вопросы, к Нему стоит только обратиться. И даже не... Да, вот Лариса советует, надо начинать нам всегда с себя. Вот есть хорошая поговорка. Смотри на себя, и будет с тебя. Какой-то старец все время так советовал. Смотри на себя, и будет с тебя.
То есть, начиная с себя, мы пытаемся тоже всегда зачастую кого-то обвинить. Батюшка, после исповеди заболеваю, что это? То желудок схватит, то старая болезнь вас. Как к этому относиться? Ну, значит, вас чистит. Вот. Может, какой-то неисповеданный грех так засел. Да, наверное, скорее всего, не смогу сказать точно, тоже надо учинять допрос. Вот индивидуальный. Но. Да, с пристрастием. Но так как я не могу этого сделать, ну, в данной ситуации. Почаще выходить в эфиры. Ну, давайте каждый день будем выходить. Я с удовольствием. Я сижу, кстати, как всегда, я сижу в вагончике. Вот, в деревне Галатово. В этих валенках, пальто. Здесь достаточно холодно, но здесь атмосферно, вот так можно сказать. Вот. Этот вагончик я приобрел у строителей этим летом. Я хотел просто сделать такую келью у себя в огороде, вот куда мог бы уединяться. Но здесь приходишь, а здесь холодно. Вот. А дома я не могу вести передачи, потому что вот, как-то дома нужна какая-то... Есть какая-то пещера, келья, атмосфера. Что можно быть откровенным. Вот так можно сказать. Вот много вопросов. А в деревне Галатово я живу, в деревне. Вот, и у меня в огороде стоит вагончик. Сегодня прорыли к нему... тоннель среди снега, снег нападал. Вот. Пробрались сюда, включили радиатор масляный, и вот вокруг сидим со звукорежиссером Сергеем и, значит, спрашивают об Иисусе и молитве, да? А что спрашивать? Вот я сегодня ночью, у меня было давление. Вот. Я проснулся буквально часа в 2-3, наверное, и чувствую, что мне плохо. Меряю давление под 200. Вот. Варианты. Значит, начинаю молиться. Первый вариант, который должен прийти на ум, это молиться. Иисусова молитва. Молюсь Иисусовой молитвой. Потом думаю, надо помолиться бы еще своему мученику Анатолию. А потом надо помолиться святителю Василию Великому, настоятелю храма, который... А потом надо архангелу Михаилу помолиться, чтобы восстанавливаем храм. Вот. Потом, значит, Антонию Сийскому, вот, который меня исцелил от болезни. Потом идут Лука Воино-Синецкий, святитель. Потом идут Пантелеймон Целитель. И пошло, я начинаю перебирать всех святых и к ним обращаюсь. Ангела-хранителя... Вот. И уже на этом фоне мне как-то становится легче. Потом включается какая-то молитва. Вот. Потом я уже чувствую, что я могу встать. Я бреду, иду, беру таблетку. Вот. Но при этом не бросаю молитвы. Вот. Меня поколачивает, все трясет. Я глотаю эту таблеточку. Вот. Засовываю ноги в горячий тазик и продолжаю молиться. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Параллельно мне в ум приходят мысли, ну, я помру. Вот. А зачем я это все делал? Вот. И кому это достанется? Вот сейчас в Зажупании, рядом с храмом, который мы установим, строится дом. Хотелось бы, чтобы гости приезжали, было кого там как встречать. Вот сейчас идет строительство этого дома. Вот. Идет благоустройство храма Василия Великого. Вот вчера привезли колокола. Вот, а кому-то я начинаю об этом думать и до того додумываюсь, что я забываю, что у меня давление. Вот, потому что включаются какие-то заботы, потом еще что-нибудь вспомню, чайку горячего попью с лимончиком, и уже чувствую, уже, о, благодаря молитве, таблеткам и отвлечениям. Раньше я пугался, и у меня первая мысль вызвать скорую помощь.
Вот, первая мысль возникала. Бежать к матушке, будить ее. И говорить: матушка, вызови скорую помощь. Я, кажется, я умираю. Или кажется, мне так плохо, что... Вот. Мы однажды с матушкой, матушка с перепугу тоже, значит, сначала ей вызвали скорую помощь, а потом ей стало плохо. Сначала мне, потом ей, потом опять кому-то стало. Мы 3 раза вызывали скорую помощь друг за другом. А все это с перепугу, потому что адреналин. А теперь уже не так, нет. Господи, на все воля Твоя святая. Слава Тебе, Господи. Прости, Господи, мы совершили вольно-невольно. Если я совершил делом, словом, помышлением. И начинаешь вот так вот, такую вот. И все, и потихоньку увлекаешься этим молитвенным деланием. И болезнь отступает. Вот это мой способ. Если хотите, ну, я не думаю, что, может, он кому подойдет, и что он такой оптимальный. Но Иисусова молитва мне помогает переключиться, она помогает отключить состояние страха, во-первых. Потому что ты сразу обращаешься к Богу. То есть, а сразу к Богу, значит, ты в руки Божии. И просишь у Него милости. Помилуй. И мы, Господь, долготерпелив и много милостив. Милует. Ой, Господи, помоги мужу болящему Дионисию. Коронавирус. Тяжелое течение. Да, сейчас мне очень много пишут на ИВЛ. Кислородом и большое поражение легких. И вот все священник, отец Владимир Фортунатов, тоже в тяжелом состоянии в больнице. Помоги ему, Господи. Вот. Молимся за многих. Ой, Лена, 21:04. Лена беспокоится, значит, беспокоится, что я сейчас буду перегибать палку. Но я посмотрю, сколько у меня там. Осталось 19%. Так, надо, наверное, какую-нибудь песню спеть. Так, какая-то у меня песня. Я рисую город на стекле. Я рисую город на стекле. Я рисую храмы и цветы, знаю, этот мир лежит во зле, знаю, у меня есть только ты. Я рисую город на песке, люди, море, птицы, облака, знаю, все лежит в твоей руке. Знаю, это добрая рука. Там на перекрестке зла добра, там на пике смерти и любви, город мой зла до серебра, мне нарисовать благослови. Золотое солнце в небесах, золотые птицы в облаках, золотые песни на устах, радость золотая в образах. Я рисую город на песке, я рисую город на стекле, я рисую город на песке, я рисую город на стекле. Прошел час, как 1 минута. Время летит. Что хочу сказать? Будем теперь встречаться каждый понедельник. Может быть, я еще в Ютубе сделаю канал. Не знаю, сейчас будем думать. Вот что еще
хочу сказать? Хочу сказать, что хочу пожелать вам в будущем году календарном вот новых духовных, материальных в учебе, там, в личной жизни достижений, побед. Вот. Обычно говорят, что все плохое ушло, осталось в прошлом году. Да, такой год нам Господь предложил для нашего внимания. Вот. Ну, он уходит. Не знаю, как там. Проблемы останутся, наверное, некоторые. Вот. Но для нас самое главное сейчас это готовиться к Рождеству Христову. И надо все-таки какие-то дары принести ему. Свои дары. Добрыми делами, милосердием, молитвами, победами, постом, посещением храмов. Навестим больных людей, родителей. В тюрьмах кто-то сидит, кто-то в больнице, в каком-то трудных обстоятельствах. Оденем ногих, накормим голодных. Но желательно, чтобы об этом никто не знал. Вот так вот. Божьей вам помощи, Божьего благословения. С вами был священник Анатолий Першин, настоятель храма Василия Великого в Осиновой роще. А вот сегодня мужчину с крыши сняла женщина. Людмила Митюрина. Люда, где ты там нашла крышу? У себя ветвенники, да? Молодец. Вот это по-нашему. Божья помощь всем. Жалко даже с вами прощаться. Пишите письма. Спаси Господи. Так, и подписывайтесь. И приглашайте друзей в Инстаграм. По понедельникам будем. Сегодня у нас вот сейчас 133 человека. Вот 134. Вот смотрят нас. О, Неля. Шла со школы, у него лестница упала. Главное, что у меня крыша не съехала у этого мужчины. Лестница, ладно. Это была не лестница, а лестница. Все было символически. Но Мишу еще раз поздравляю с днем рождения. Вот, и из далекой солнечной деревни Кваркино Оренбургской губернии. Спаси Господи. Было 146, Лариса говорит. Ангел-хранитель на сон, батюшка. Все, 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 пока. 147. А, еще Сергей. Спасибо Сергею за звук. Я надеюсь, нас было слышно. Спаси Господи.